«Ладно, мирмидонец, хватит бить баклуши. Готовы ли мы преподать этим подонкам из желтой команды очередной урок?» Не стоит недооценивать этого противника. Его, казалось бы, маленький кинжальчик — зачарованное лезвие, известное как «мерцающий удар». «Иди и сражайся!» «Граждане имперского города, добро пожаловать на арену! Боец желтой команды убил многих своим зачарованным кинжалом, мерцающим ударом! Посмотрим, сможет ли синяя команда прервать эту череду побед!» «Думаешь, я под впечатлением? Сейчас ты упадешь!» «Давай покончим с этим! Ты падешь от твоей руки, бретонское отродье!» Что такое? Добрые люди! У нас есть победитель! Слава бойцу синей команды! Победитель может покинуть арену и отдохнуть! Боец синей команды заслужил это! «Думаю, тебе удалось доходчиво объяснить этому лесному эльфу, что ты думаешь о магических кинжалах, а? Хе-хе, вот твое золото. Так держать!» «Голодаешь, мирмидонец? Я вижу это по твоим глазам. Хотим ли мы утолить голод, а? Готовы ли мы к очередному бою?» «От следующего противника особых неожиданностей не жди. Это просто высокий эльф, рвущийся в драку. Выходи на арену и заставь ее молить о смерти!» «Граждане имперского города, добро пожаловать на арену! Вы пришли сюда ради битвы, и вы ее получите! Но разговоры удел слаб! Вы хотите крови? Опустить ворота!» «Ты пошел! Победа будет за мной!» «Добрые люди! У нас есть победитель! Слава бойцу синей команды! Победитель может покинуть арену и отдохнуть! Боец синей команды заслужил это!» «Альтмеры. Они ведут себя так высокомерно и заносчиво, пока ты не окунешь их в лужу их собственной крови. Вот твое золото. Иди передохни. Ты проходишь сквозь ряды желтой команды, как нож проходит сквозь скрибовое желе. Еще одна битва,
и ты поднимешься до звания воина. Твой следующий противник — орк, вооруженный топором. Он силен и носит тяжелые доспехи, но это вряд ли помешает тебе убить его. Граждане имперского города, добро пожаловать на арену! Всем нравятся бои, в которых ставки так высоки. Сейчас мы увидим, как эти двое бравых мирмидонцев сойдутся в смертельном бою. Бойцы, к оружию! Слава бойцу синей команды! Победитель может покинуть арену и отдохнуть. Боец синей команды заслужил это! Вряд ли есть что-то страшнее, чем орк с топором. Но ты сражаешься бесстрашно. Эта победа дает тебе повышение до звания воина. Отлично! Теперь ты воин. Это не шутка. Они могут не знать твоего имени, но люди вокруг, зрители, они теперь знают тебя. Они приходят на эту арену, чтобы посмотреть на тебя. Поэтому иди и дай им то, что они хотят. Следующий противник — Норд. Я видел ее в бою, она быстра и сильна. Предпочитает длинный меч и умеет с ним обращаться. Ее не стоит недооценивать. Граждане имперского города, добро пожаловать на арену! Приветствуйте гладиаторов! Мы опускаем ворота! Скоро эти мужественные бойцы узнают свою судьбу!
Добрые люди, у нас есть победитель. Слава бойцу синей команды! Победитель может покинуть арену и отдохнуть. Боец синей команды заслужил это! Наш воин сделал из Норда котлету. Похоже, ее придется отправлять в Скайрим по частям. Отличная работа. Вот твой гонорар. Ну, посмотрите-ка. Тебе все мало. Хорошо. Воин готов сражаться? Уф, маги. Твой следующий противник — высокий эльф. Чародейка или кто она там. Подберись поближе и ткни мечом несколько раз. Проучи ее. Граждане имперского города, добро пожаловать на арену! Эти воины желают только одного — доставить вам удовольствие. И если для этого им придется причинить противнику боль, тем лучше! Добрые люди, у нас есть победитель. Слава бойцу синей команды. Победитель может покинуть арену и отдохнуть. Боец синей команды заслужил это. Еще одному высокому эльфу был преподан урок покорности. И это все благодаря лучшему воину синей команды. На этот раз твой гонорар полностью заслужен. Еще один бой, и ты получишь повышение до звания гладиатора. Редко кому из бойцов удавалось подняться так высоко. Но ты ведь исключение, правда? Твой следующий противник самый бешеный и кровожадный орк из тех, что я видел. А я повидал их немало, поверь. Этот бой не будет легким. Она выйдет на арену с боевым молотом размером с ребенка и будет махать им, пока не разнесет тебе череп. Постарайся, чтобы этого не случилось.
Граждане имперского города, добро пожаловать на арену! Это очень важная схватка, ведь победитель получит почетное звание гладиатора. Но в сторону разговоры, да начнется бой! Я буду медленно выпускать. Все окончится здесь. Добрые люди, у нас есть победитель! Слава бойцу синей команды! Победитель может покинуть арену и отдохнуть! Боец синей команды заслужил это! Из этой орчихи получилась отбивная. Эта победа обеспечила тебе повышение до звания гладиатора. Вот твое золото. Гладиатор. Не часто я называю так кого-либо. Ты приносишь славу синей команде, дитя. А теперь иди и убей кого-нибудь, пока я не прослезился. Слушай, следующий бой выходит за все рамки, но я ничего не могу поделать. На сей раз у тебя будут три противника, и тебе придется победить их всех. Это органианские заключенные, привезенные из Чернотопья. Им было сказано, что если они хотят получить свободу, им придется убить тебя. Я не знаю, какие преступления они совершили, но на кону стоят твоя жизнь и их свобода. Догадайся, что они выберут. Иди и будь начеку. Граждане имперского города, добро пожаловать на арену! Похоже, желтая команда пошла на хитрость, заменив своих бойцов тремя органианскими заключенными. Это должно быть интересно. Умри! Скажи мне, что ты можешь! Ты падешь! Вернулись с этой арены с твоими ногами! Думаешь, я... Давай покончим с этим! Все окладываю! Что такое? Осталось за мной. Победа будет за мной. Даже краб делается лучше, чем здесь. Если пойдешь и истечешь кровью. Смерть сила! Да.
Покажи мне, что ты можешь! Получи! Ничтожество! Сейчас ты упадешь из... Победа! Добрые люди! У нас есть победитель! Слава бойцу синей команды! Победитель может покинуть арену и отдохнуть! Боец синей команды заслужил это! Желтая команда даже меня удивила этим боем. Трое против одного. Похоже, они не представляли, с кем имеют дело, а? Отлично. Ты ведь не остановишься, пока не станешь чемпионом, да? Отлично. Синей команде не помешает лишняя слава. Я знаю. Иногда мне тоже хочется, чтобы бой кипел всю ночь. Но желтой команде нужно время на сладкие сны. А Гранак хорош, да. Слишком хорош. Он говорит, что только наполовину орк. Мне вот интересно, а вторая половина у него какая? Явно не человеческая. Ступай.